Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Бум Слинджер. Так, в магазине, что тут опять они меня заманивают? Нету тут ничего. Так, а вот мы можем прокачать прыжок. Давай. Че, не хватает денег, что ли, нету? Серьезно. Так, ну что, у нас два новых вида оружия, да, получается, появилось. Это наковальня, я не знаю, что она делает. И плюс бита. Вот это вот я, наверное... Слушай, а что бита делает? Можно посмотреть, что делает бита? Ага, мы можем просто кого-то выкинуть к чертовой бабушке. Оставить, может быть, эту биту, а? Биту я, наверное, оставлю. А вот что наковальня делает? Можно информацию? Ого! То есть мы что-то бросили? Выглядит как бы прикольно. Давай-ка я, наверное, заюзаю вместо чего только. Вместо вот этого, наверное. Вот так вот. Ну что, ребята, пойдем. Попробуем сегодня наградочку другую взять. Что-то как-то тихо. Или мне кажется. Так, кто-то к нам едет. Едет к нам панда, пчелка и листочек. Да ладно, серьезно, что ли? Сам листочек пожаловал к нам. Ох ты. Здесь я еще не дрался. Да, листок действительно лежит. Лежит и балдеет. Так, Нюк здесь, Рэй тут, Роджер тут. А что такое вот зеленое и красное? Красное, наверное, не разбивается, а вот зеленое разбивается, скорее всего. Он просто тупо пропустил свой ход. Вот сейчас как раз-то я и проверю, что делает вот эта вот наковальня. Ты дышь. Я теперь понял. Значит, получается, наверное, наоборот. Красная развивается, а зеленая нет. Ну, он тупо не ходит почему-то. Нет, магнит. Смотри-ка, у него какой-то магнит, а что... И что это было? Блин, как-то вот мы здесь с тобой вообще стоим. Вот не в тему, если честно. Так, как-то усёнок у меня попал сюда. И чего? И что это мне дает? Мы можем, знаешь, что сделать? Попробовать. Вот так вот. Тупанул. Ну, бывает, фиг сделаешь. Так, жужу. Корову, корову делать, он сейчас хочет. По-моему, мне кранты, ребят. Прожгет, да, сейчас? Ага, вот здесь вот они как раз, ребята, в кучке-то у меня и находятся, да? То есть мы можем... Замечательно! Трипелок. Тройное убийство. Так, подожди. Я хотел посмотреть. У меня же, по-моему, кто-то из новеньких есть. О! У меня есть зайчик, ребята. Может быть, зайчика возьмем? Че? Возьму, наверное, зайчика сюда. Возьмем динозаврика. Да... Так, как бы... Так, name. Давай, new name. Ромео. Вот так вот у нас будет этого звать Ромео. А вот этого мы назовем Джек. Так, у них нет голоса, говорят. Ну-ка. Во. Anima Girl. Так, подожди. Да не нужен мне вот этот вот, дай мне. Вот, Ромео. Что у него там? Маппет А. Пускай будет Маппет А. Головного убора у меня нет, усов у меня нет. В общем, вот так вот я, пожалуй, оставлю. Рэй, Ромео, Джек.
А вот теперь можно и попробовать повоевать. Сколько нам интересно там до третьего ты? Как он называется? До третьей лиги? До четвертой? Что тут еще? Ну, где там остальные охламоны? Ждем. Ждем, 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 ждем их. Примчались. Так, листочек. Опять этот недоовощ, бакон и эк, яйцо. Покажите, пожалуйста, как мы здесь расстановлены. Ну что такая долгая загрузка-то? Опа-на. Так. Сапи ходит первым. Это сапи, это, по-моему, как мыл, мыло переводится. Вот яйцо, ой, яйцо, вот это вот. Чудо, мы уберем отсюда. О, я могу, знаешь, что сделать? Попытаться, конечно. Нет, фигня получается. Ладно, я не буду пока больше ничего делать. Ну и что ты, бакон, сделаешь? Бакон-вагон. Труба. Хочет меня сдуть? Оглушил. Ну, у меня только... Что, Рэй? Блин, наковальню бы, конечно, туда бы закинуть. Было бы вообще замечательно. Могу вот так вот попробовать пробить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ты рынин, блин. Сейчас нас уничтожит, походу, дело здесь. Сюда сейчас метнет ерундовину, и все. Ух. Ты он хочет, чтобы... Уж извини, яйцеголовый, ты сам виноват. Так, ну что, я предлагаю, наверное, наковальничку туда закинуть. К нему. Сейчас прилетит. Блин. Вот кто. Вот кто в большущей опасности, ребята. Именно Джек. Потому что сейчас сюда могут закинуть, что хочешь, особенно себе бомбу. Ну, корова тоже как вариант. Что, он хочет в прыжке, что ли, это все замутить? Не сработал ваш фокус, ребята. Вот тебе и бубу. Как-то нам надо, я даже не знаю, как это сделать. А как ты тут сделаешь-то? Блин. Стоп, а если мы, например, так и вот так сделаем? Да ладно, они еще и выжили. Они еще и выжили. Молодец. Аханя, маханя. Туда зарядим, наверное, ему, да? Бульк. И как-то надо сделать... Гудбай. Ну что, нормально, я тебе скажу. Так, Джек, Ромео и Рэй двигаются дальше. Двигаются дальше. Через 3 часа, кстати, новый портал откроется. Спасите, люди. Что-то нас закрывают. Кто на этот раз прилетел? Слизень в шапке. Плюс птичка, какая-то птенчик. Кто ходит первым? Он, блин. Беда бедовая, ребят. Что-то мне хочется скинуть сюда, столкнуть. Я тебя умоляю. А я, наверное, заряжу по полной программе вот так вот. Просто сыгрался с ней, не знаю как. А что ты радуешься-то? Радуется он. Я к тебе иду, придурок. Радуется он мне. Так, тыква.
Мининг... Ой. Не надо, не надо, не надо свою... Что... Что ты делаешь? Что ты, парень, делаешь, а? Он радостный, ему по барабану на все. Тьфу ты. Сам не легче сделал, да? Как-то так. Вот что будет птенчик делать? У меня-то, если что, есть бейсбольная бита. Я могу его греть и... Блины у него есть. Все? Нет, не все. Что-то передумал меняться. А вот это я не знаю, что такое, друзья. Что-то новенькое он там. Чему ты радуешься-то? Я не могу никак понять. Фигня какая-то получается. А если мы навесиком? Легким таким навесиком. На! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же так-то, Рейчик? Ну как же так, а? Эй! Что это такое? Да-да, конечно, ага. Захотел чего. Че он тут делает-то, не пойму. И что это такое? Взял. Слушай, а как он так интересно себе корабль разрисовал? Смотри, ребят. У меня почему-то такого нету. Так, ну что, давай следующий поединок ждать. 195 кубков. Скоро у нас будет награда следующая. Вот что я тебе хочу сказать. Джек, Ромео, как говорится, и Рэй всегда готовы. Они всегда на страже порядка. Это звездные эти, звездная галактика. Так, тут у нас авокадо порезан. Опять же этот птенец. Кто ходит первым? Замечательно. Начнем. На тебе. Сразу же, без компромиссов. Просто по башке ему, да, он, и все. Если у него есть корова, это будет плохо. Кстати, здесь действительно удар коровы очень... О, нет, 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 парень сейчас бумкнет очень тут здоровски. Да. Эти как, эти красные кирпичи разлетаются только шорох. Вот пускай там вдвоем сидят. Они сейчас мне здесь подрубят что-нибудь, да? Сейчас мы их будем закидывать. Что он делает, корову? Он что, хочет его сюда куда-то закинуть или чего? Ну, будем знать, что корова у него есть. Поэтому нам нужно сбегать. Давай в воду ее бросай, как свою корову. Же не знает, что делать. И так, и сяк, и лучший, фигуч. Молодцы просто. Созрел. Так непонятно до чего. Ну что, если я бомбану вот эту вот? Куда он там прилетит? Бульк? Ну что он там, корову свою будет все бросать в меня или как? Сюда он сюда хочет попасть, и понятное дело, ребят. Но где гарантия, что она не упадет в воду? Что у тебя еще там в запасе есть? Прыжок. Давай, давай, прыжок. Лазер, луч. Угу. Аханя. Блин, мне знаешь, что плохо, что нету прыжка. Блин, ну тут он сюда корову запустит в следующий раз, ты понимаешь, что дело? Что вот ты мне прикажешь делать? Вот эту штуку бросать? Да это фигня полная.
Ой, что я сделал? Ну... Вот так вот. Ладно, допустим. Блин, ну трындец, прямо по прямой, а, ребят. Конечно, сейчас влупендит. И улетит мой рейчик в никудашеньке. Нет, мне повезло, ребят. Мне повезло, наверное. Если я, например, сделаю небольшой прыжочек. Да куда ты, твою... Откуда же я знал, что она скользкая? Ё-моё. Хи-хи-хи-хи-хи. Вот хи-хи-хи-хи-хи. Я думал, что она не скользкая, нифига. Блин. Укатился в воду. Трындец. Мог бы просто навесиком кидануть туда ему и все. Так, овечка. Опять же, пингвин этот. И манера, да, кошка эта. Ну, давай посмотрим. Я хожу первым, да? Тынь, 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 тынь. Замечательно. Сейчас будет что-то закидывать мне. Корова, наверное, как всегда, нет? Звездочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Серьезно? Попробуем сейчас закинуть. О, прям удачно так как. Не булькнул, гаденыш. И он сейчас как раз будет ходить. Зашибись, а я стою здесь. В прыжке фаерболом. Сюрикен, да? Нет, нет, нет. Слушай-ка, может быть даже оно и к лучшему. Да какого ты... Все, ребят. Называется, сам себе поднавалил. Ну что ты делаешь-то? Ну как так-то? Ну как так-то, ребят, ну? А я что, прыжок выложил? У меня что, прыжка нету? Я что-то не могу понять. Все, я тут проиграл. К сожалению, друзья. У меня что-то прыжка, по-моему, нету. Нет, вроде бы был прыжок-то. Все, мне кранты. А чё он звездочку-то? Чё тупит вообще парень по чернаку. Зачем я нажал X2? Не надо было нажимать мне эту X2. Сейчас еще реклама пойдет, да? Так, ну что, нам немножко надо всего лишь. Два, так сказать, черепка. Две смертушки. И мы получим награды. Так, приехали. Совенок, пингвиненок и авокадо. Что-то я уже где-то это видел. Повторение мать учения, что ли, получается, да? Вот ему снизу намного удобнее бомбить по мне. Намного, ребят, что он делает? Ага. Я бы сказал, это не самый лучший вариант, что ты сделал. Ну, допустим. А этот, конечно, веселый. Ему тут бомби. Закидывай, да? Блин, мне залетит. Эть! Что делать? Фаербольчиком, что ли, в него бомбануть? И битый, да? Да ты что творишь-то, блин?
Ему тут достаточно, наверное, землю подо мной подбить. И все, ребята, я... А, нет, тут есть еще на чем держаться. Ого. Так, ну что, он хочет здесь бомбануть. Фига. Продуманно. Ты видел? Ну, все равно одного я прихватил. Давай забирать награду. И это у нас, я не знаю, что такое. Это новая карта. Телепорт называется. Телепорт. Так, дай-ка гляну. Да нет, вот он у меня, прыжок на месте, все. Почему-то он не выпадает мне. Как назло. В некоторых моментах он просто мне необходим, а его нету. Блин, корову же забыл взять. Хотел же корову взять, ладно. Что это там за коробка? Коробка со осьминогом. Ох ты, 3 на 3. И он ходит первым, да? Пучеглазая коробка ходит первая. Угу. Кто у меня ходит? Трындец вот от этого. Я офигею, ребята. И чё? Что я тут могу сделать? Пх. Ну, бомбануть только. Вот так вот. Чтобы хотя бы... Это, пространство было. Здоровски. Ну, хотя бы сюда залетели. Сейчас кошка будет у него... Фигли мне твою ханю. На. Эть. Совсем не в тему. Летели. Бай. Бай. Он, конечно, будет сюда закидывать, наверное, чем-то, да? На это он рассчитывает. А что это такое? Кирито. Не знаю, что сделать. Оу, ханю. Че, бомбим? Тыч. Блин, сейчас если он сюда закидывать будет всякую дребудень, это будет плохо, ребят. Ну и что? Да, редкостный идиот. Так а что мне тут? Я тут ничего сделать не могу, ребят. Где прыжки мои, вот объясните мне. Да я ничего не буду здесь делать. Сейчас он будет закидывать всякой дребуденью в меня, ему... Ой, как хорошо здесь бросать. До свидания. Так, сюрикен. И этим даже не попал. Магнит, а магнит что ли дает? Чё-то ты вообще, парень, лоханулся. Так, выключи ты тут. Гудбай. Эй, ну, выиграли. Троих положил. Нормально. Так, ну что, следующий поединок. Давай, 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 быстрее. Я лечу. Я лечу. И... Заяц ушами головы приклеился к кораблю. А этот он, динозаврик, спокойненько себя чувствует. Уверенно. Так, утенок, мопс, о-хо-хо-хо-хо, Альфред. Ну, понятно, понятно. Альфред выпендривается, как всегда, да? Что сделаем залпом? Ладно, пока пропустим ход.
Блин, вот Рэй там, конечно, стоит вообще не в тему. Хотя, если вот так вот на весь комп бомбить сюда, в принципе, даже нормально зайти. Ну, если я, например... Ведь мимо, да? Эй, мимо, ребята! Да куда ты, твою налево? Вот эта вот фигня мешается тут, как я не знаю, что, блин, стоит, блин. Ну, что это Дора сделает? Ну, корову бросит. Не попадет. Ну, вот тут вот, конечно, уже... О! Еще закинем им туда подарочек. Так, надо отсюда спрыгивать. Куда-нибудь сюда. Ох, если он сейчас что-нибудь такое сделает, я могу улететь в воду. Так, решил. Пипец. Да фиг ли мне твоя ханя. Иди отсюда. Ну, е. Отлично. Я думал, что он сейчас останется и никуда не упадет. Ну что, друзья, давайте на сегодня, наверное, мы закончим серию. В принципе, неплохо повоевали. Обязательно увидимся уже в следующей и продолжим. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.